Кофе больше не выбрасываю. Жмых сразу сушу с добавлением соли, перемешивая. Высушенный кофе высыпаю в миску, добавляю еще немного соли сверху, затем часть масла, часть жидкого мыла и тщательно все перемешиваю. Потом добавляю оставшуюся часть масла и жидкого мыла и снова тщательно перемешиваю. Выкладываю в банку для хранения, плотно утрамбовываю. И беру еще одну баночку маленькую для частого использования. Храню просто в ванной. Большая банка верхней полки, из нее перекладываю в мелкую банку, которой я пользуюсь чаще.